Всем привет, с вами как обычно Эрнест, и мы рады приветствовать вас на канале DC-Link. Для человека безумно важно время. Есть пару факторов, почему это так. Первое, время — это ограниченный ресурс, а второе, за ним очень сложно уследить, если на вашем запястье нет часов. А в наше время мало самих часов, нам нужно еще уследить за невероятным потоком информации. Именно поэтому у нас сегодня на обзоре смарт-часы от Imilab, как для мальчиков, так и для девочек. Погнали! У меня на столе две модели смарт-часов – Imilab V12 и Imilab V11. Первые часы у нас в черном цвете, которые идеально гармонируют как с любым полом, так и с любым стилем одежды. А вторые у нас в женственном и неповторимом розовом. Предлагаю начать с Imilab V12. Поставляются часы в красивой фирменной коробке. Внутри нас ждут сами часы, зарядный магнитный кабель и инструкция. Для меня огромным плюсом является круглый циферблат. Это, во-первых, похоже на настоящие часы, а во-вторых, удобно и не надоедает. Корпус выполнен из металла, ремешок в то время силиконовый. На задней части панель с датчиками и контакты для магнитной зарядки. К слову о самом магните. Прилегает плотно, но не стоит вешать на него часы. Идем дальше. На правой грани две кнопки, верхняя для включения, а нижняя для навигации в меню. Спереди красуется дисплей с круглой 1,32-дюймовой TFT-матрицей, а разрешение 360 на 360 пикселей, чего вполне хватает для такой диагонали. Да и яркость этого дисплея вам хватит с головой. Прежде чем рассматривать, что есть в этих часиках, хочу сказать, что для правильной и удобной работы с ними вам понадобится скачать приложение Glory Fit. Ссылка будет в описании. Первое, что нас встречает, это, собственно, сам циферблат. Их можно менять как и на самих часах, так и в приложении. Свайп вниз приведет нас к тачбару. Здесь мы можем выключить и включить звук, найти телефон, перейти в настройки и изменить яркость. Ну и, понятно, дата и уровень заряда. Свайп вправо. Тут у нас все основные функции, такие как пройденное расстояние, пульсометр, количество шагов, отслеживание фаз сна, контроль дневной активности и количество сожженных калорий. Есть музыка, точнее управление ей. Можно поставить на паузу и переключить трек. Погода. Достаточно информативная. Ну и куда же без сообщений. Какие приложения вам будут их присылать на часы, можно настроить в Glory Fit. Все на русском, что важно, читаемо, и можно посмотреть все сообщения полностью. В конце нас ждут таймер, секундомер и настройки. Свайпом влево у нас появляется доступ к быстрому просмотру всех основных функций часов. Погода, пройденное расстояние, уровень кислорода и так далее. Нажатием на нижнюю кнопку мы получаем доступ ко всем тренировкам. Их здесь 13. И пару слов о автономности. Аккумулятор на 230 мАч. Этого хватит на 30 дней в режиме ожидания и где-то полторы недели активного использования. Также присутствует влагозащита по стандарту IP68. Переходим ко второй модели. Imilab V11. Женственные, безумно красивые смарт-часы. По классической схеме в комплекте сами часы, инструкция и зарядный магнитный кабель. Дизайн, конечно, бомба. Приятные грани корпуса и 2D-стекло смотрится ну просто потрясно. Корпус часов изготовлен из цинковых сплавов, который не оставляет на себе отпечатков благодаря матовому покрытию. На правой грани кнопка включения, одновременно с этим навигации. Имеются характерные щелчки, как у настоящих часов. Спереди дисплей диагональю 1,09 дюймов с TFT-матрицей разрешением 240 на 240 пикселей. На задней части часов имеется панель с датчиками и магнитная площадка. Аккумулятор на 180 мАч, что даст возможность использовать часы в течение 5 дней в полуфункциональном режиме и до 30 дней в режиме ожидания. Я думаю, можем переходить к программной части. Внутренняя составляющая мало чем отличается от прошлых часов. Немного изменена рисовка ярлыков и другие циферблаты, но все функции остались прежними, за исключением некоторых вещей. Тренировок здесь стало меньше, теперь их 9. По датчикам все так же, присутствует контроль пульса, сна, кислорода в крови, ну и появилось нововведение – контроль менструального цикла. Вам также понадобится установить приложение Glory Fit. На мой взгляд, это очень круто, что в этих часах остались все основные функции, но и добавились новые. И все это в уменьшенном, более женственном корпусе. Погнали к итогам. Какие часы выбрать – это ваше решение. Я могу лишь сказать, что часы – это неотъемлемая часть как вашего образа, так и жизни в целом. Поэтому пусть ваши часы всегда покажут вам только правильное время. С вами был, как обычно, ваш покорный слуга Эрнест. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прожимайте колокольчик. Всем пока!